В столице Германии, Берлине, сегодня прошел марш, который накануне вызвал широкие дискуссии в обществе. На акцию в память об одном из руководителей Третьего Рейха собрались 500 человек. По информации, на данный момент шествие проходит спокойно, несмотря на попытки контрпротестующих заблокировать эту процессию. Некоторые политики требовали запретить проведение акции, но местные власти позволили организаторам собрать людей при условии, что марш этот пройдет без плакатов и без лозунгов.